заметки. Речь пойдет об автоматизации тестирования. Значит, расскажу очень интересные вещи. Очень удобно, когда
тестирование и автоматизацию, то есть весь цикл, полный спектр услуг выполняет этот человек. Сейчас это может преподноситься как бы под соусом agile тестера, да, или cross-functional QA, ну не так важно, как это называют. Да. То есть важно то, что я вижу в последний год, это многие заказчики говорят, нам не нужен обычный тестировщик, а не человек, который сможет вручную протестировать и автоматизировать. То есть мне нужен универсальный салат, который решает бизнес-задачу самостоятельно. Да? То есть это похоже чем-то отдаленно на full-stack developer, но, скажем так, здесь есть две вещи. Тестирование ручное, тестирование автоматизированное. И последний поинт, почему автоматизация как бы становится в тренде, тестировщики, которые занимаются ручной работой, занимались ручной работой достаточно долго, которые достигли высот в своей профессиональной карьере, они воспринимают автоматизацию как неотъемлемый атрибут для дальнейшего профессионального развития. То есть быть хорошим тестировщиком и не уметь автоматизировать уже не камильфо. Да? То есть сложно назвать себя хорошим тестировщиком, если человек хотя бы минимальные вещи не может заавтоматизировать. Вот. И это хороший тренд, то есть я считаю, что это правильно, когда люди стараются повысить свой профессиональный уровень, стараются прокачиваться. Вот. И в том числе у нас в компании есть программа, которая позволяет повысить квалификацию тестировщиков, обучить их автоматизаторов. Вот. Это три причины, по которым вот сейчас автоматизация становится все больше и больше. Ну, то есть, есть еще какие-то причины, которые находятся под этими, да, но о них мы не будем говорить, сказать достаточно много времени. Вот. И, значит, раз уж доклад называется «Автоматизация вчера, сегодня, завтра», я расскажу, как это было вчера, как это мы делаем сегодня, и, как я вижу, это может быть завтра. Значит, что было вчера? Значит, вчера были популярные коробочные инструменты. То есть вы покупаете инструмент в какой-нибудь компании типа Hewlett Packard или SmartBear, да, вы покупаете инструмент, читаете документацию, и вы автоматизируете веб, десктоп, веб-сервисы, ну, любой уровень. Да? Значит, эти инструменты начали вымирать, скажем так, когда я приходил в 2010 году в индустрию, они еще работали, но, скажем так, в течение двух лет после 2010 года, 2012, они начали очень так активно вымирать. И если вы сейчас работаете или планируете работать с этими инструментами, как бы вам неплохие новости для вас. То есть это уже прошлое. Сейчас все меньше и меньше этого будет. Понятно, что есть проекты, которые до сих пор работают там, в Java 1.5. Да? То есть всегда будут люди, которые знают старые технологии. Тот же Fortran до сих пор используется, да? Вы можете найти там и Algol разработчиков. Они нужны. В банках очень часто используются старые legacy вещи. Но, как правило, это люди, которые там с 15-летним, с 20-летним опытом. Да? То есть начинать вот с этого, это вот мертвый путь, то есть вы не придете никуда. С этого не стоит начинать сейчас. Это делали вчера, как бы сейчас это уже не популярно. Что происходит сейчас? Значит, сейчас open source вытеснил практически весь коробочный продукт. То есть open source — это бесплатные решения, да, они свободные, они очень быстро энтузиастами распространяются. Ну, половина современных инструментов, они, если они большая часть, они просто с открытым кодом находятся на GitHub. Вот, то есть вы можете их оттуда взять и сразу же им воспользоваться. Вы можете их переписать, вы можете сделать там новые вещи, какие хотите. Да. Open source начал вытеснять все эти коробочные инструменты, ну и он их уже вытеснил. Да. То есть с коробочными тулами практически никто не работает. Что происходит? Момент второй. JavaScript разрастается. Да, вот. Пару недель назад была такая статья интересная, каково быть JavaScript-разработчиком в 2016 году. Вот. Ну, это тяжело, скажем так. То есть фреймворки выходят постоянно. Если JavaScript-разработчик пропадает на полгода, на год с рынка, то он уже становится отстающим. Да? То есть ему очень сложно квалификацию свою нарастить. Да? Вот. Ну, кто-то говорит, что это здорово, да, больше тулов, больше свободы, ну, как бы, кто-то говорит, что это плохо, слишком много тулов, да, я как бы стою в сторонке, то есть я не смею утверждать, я не фронтенд-разработчик, но как автоматизатор я вижу, что очень много фреймворков, которые разрабатываются на JS, они заставляют нас, во-первых, к ним адаптироваться очень быстро, да, то есть фреймворк вышел там полгода назад, топовые клиенты перешли на этот фреймворк, и нам нужно как-то с ним работать, то есть мы вынуждены это делать, мы должны догонять, мы должны успевать за этим, иначе мы просто остаемся как бы, ну, не удел. А второй нюанс.
раз мы тоже автоматизированы в JavaScript. И люди, которые у нас обучают автоматизации, это люди, которые, в принципе, работают сейчас с JS, современным JS, то есть с фреймворками, которые там, еще полгода назад были никому не известны. Мы уже этому учим у нас. Вот. И, значит, какой еще челлендж? Сегодня очень часто релизится новая версия инструментов. То есть раньше можно было работать на инструменте на год, полтора года, одно и то же. Да? То есть сейчас версии выходят очень часто, там раз в месяц, раз в два месяца. Вот. И мажорные релизы выходят очень часто. Selenium перешел на версию 3.0. То есть через пару месяцев, когда у пользователя обновится Firefox до версии 48 и выше, да, старые тесты на Selenium, они уже не будут работать на версии 2.5, да? То есть это все, это legacy. В апреле Jenkins зарелизился в мажорной версии 2.0. То есть если вы работаете на 1x, как бы, то вы уже не в тренде, да? Ну, это вот то, что произошло последние два месяца, да? Appium, мы использовали Appium, наверное, год еще, когда он был в бете. Вот. Ну, в этом году он вышел уже как бы в первую версию, там, 1x. Вот. То есть за этим нужно бежать и нужно воспринимать это как данные. Да? То есть если вы не совершенствуетесь, не обновляете свои инструменты, вы очень быстро можете остаться вообще как бы в стороне, никому не нужны. Вот. И мобильные устройства. Да? То есть раньше у нас было интересно автоматизировать телефоны, там, iOS, Android, разные платформы. Сейчас мы автоматизируем в том числе и smartwatches, да? То есть wearable технологии, носимая электроника. Ну, таких часов очень много, да, фитнес-браслетов многих есть. Вот. И приложения как бы разрабатываются, их нужно автоматизировать. То, что происходит сегодня, да, но это не будущее, то оно уже наступило. Если мы не здесь, то мы как бы в тупике. Вот. А что будет завтра? Да? То есть, ну, мой прогноз, как бы, согласно аналитике Гартнера, очень будет сильно развиваться такие аббревиатуры AR и AR, да? Это Augmented Reality и Virtual Reality. То есть виртуальная реальность и дополненная реальность. Ну, это разные вещи, как бы, ну, не будем углубляться в эту тему, то есть вот два примера. Да? То есть есть дополненная реальность, вы включаете телефон, находитесь на какую-нибудь улицу, GPS, то есть определяет, где вы находитесь, и подсказывает вам, что вот слева McDonald's, дальше US Bank и так далее. Вот. Ну, знаете игру покемона, да? То есть это покемоны только для серьезных заказчиков, для серьезных игроков. Вот. То есть механизм тот же, да? И телефон есть у каждого. То есть закон Мура как бы работает здесь, ну, даже быстрее, наверное. То есть мощность современных устройств позволяет практически всем работать с дополненной реальностью сейчас. HoloLens, да? Очки дополненной реальности, очки виртуальной реальности. Ну, пока дорогие, там, порядка $3000, но они уже работают, и люди уже пользуются ими. И уже есть заказы корпоративные на HoloLens. То есть завтра нам нужно будет с этим работать, автоматизировать. У нас есть отдел, который с этим уже работает сейчас. Ну, это маленький отдел, да? Завтра это выйдет просто на рынок, и если мы не будем к этому готовы, мы опять останемся на отделе, да? Вот. И отсюда вытекает вопрос, да, как вообще вот пойти в сферу, как войти, да? То есть тут люди, которые работают, еле успевают бежать за этим поездом, да, или впереди этого поезда. А как, собственно, человек, который вообще, ну, не войти в сферу, да, попасть? Как мы вообще людей берем откуда? Да? Мы же их там не планируем. То есть нам точно так же, как и другим компаниям, нужны молодые специалисты, которых мы будем обучать. Вот. И, значит, для того, чтобы попасть к нам, если человек хочет зайти к нам на интервью, то есть, ну, я вот сформировал вот такой вот, примерно, список, потому что нужно знать на Junior Automation. Да? То есть я его урезал очень сильно, как бы, там есть спрятанные слайды перед этим. Ну, смотрите, что нужно знать, да? То есть нужно уметь программироваться. То есть не просто уметь написать там, какую-то программу, а уметь решить задачи с помощью программы. Да? То есть знание программирования не бесполезно, в принципе. Да? То есть, ну, скажем так, можно выучить корейский язык, да, и, ну, если вы не будете общаться, если вы не будете этим корейским языком пользоваться, ну, это бесполезно, абсолютно выброшенные деньги, время и так далее. То есть нужно уметь писать код, как бы уметь решать задачи с помощью языков. Ну, как правило, Java, США, может быть, Python, ну, меньше, как бы, Java, США, больше всего, JavaScript. Нужно знать сеть, да? Как работает интернет. Если вы собираетесь работать в IT-компании, вы должны знать, как работает интернет. Если вы не знаете, ну, лучше не идти на интервью. Вот. Что нужно знать? Нужно уметь на английском говорить. Именно говорить, да? То есть читать, писать, как бы, я тоже умею с Google Translate.
Нужно уметь говорить. Если вы можете объяснить на английском языке, что вы сделали за прошлую неделю, что вы планируете делать на следующей неделе и какие проблемы у вас сейчас есть, окей, круто. Да? Если вы не можете этого объяснить, ну, очень сложно будет работать. Вся документация, все на английском, вся переписка, все полностью, абсолютно. Да, то есть мы с коллегами общаемся друг с другом тоже на английском языке, потому что вдруг эта переписка потом понадобится дальше в других офисах. Вот, то есть, ну, специфика EPAM, что у нас большинство, наверное, все-таки людей, сотрудников, они выходцы из СНГ, но у нас очень много офисов, там, Китай, Мексика, Штаты, Венгрия, да, то есть, и если мы общаемся глобально, то нужно, чтобы люди умели общаться глобально. Вот, то есть английский нужен по 2 и выше. Вы правила нужно знать, да, юнит-тестирование нужно знать. Принципы построения фреймворков, архитектура, репортинг-системы, паттерны проектирования. Да, вот это вещи, которые нужно знать для того, чтобы пойти на джуниор и вообще начать работу. Continuous integration, lifecycle, да. Ну, где-то вот здесь тестирование, да, тоже нужно знать. И нужен practical experience, да, то есть нужен практический опыт. Если вы не заанализировали ничего, то, ну, не получится. И возникает проблема, да, как вот таких людей найти. Я преподаю в ГГУ, я преподаю в технологическом университете. То есть мои студенты, это порядка 3 групп или 4, они косвенно, ну, половину из этих вещей, наверное, на конце курса будут знать. Да, не все. То есть я не успеваю за один семестр обучить все премудрости, тем более практический опыт я не дам, да, такой хороший основатель. В универах как бы людей мало готовых, да, то есть очень сложно. Единицы попадают как бы сразу. То есть нужно их научить. Как их научить? Да? То есть, проблема возникает. Значит, людей нет, а нам нужны. Да, где их взять? Вот. Переплачивать тоже не хочется, да, вот, деньги выбрасывать. Вот. И мы решили простую задачу. То есть мы решили научить людей премудростям, но брать уже таких полуготовых людей. Да? То есть люди, которые вроде как основные вещи уже изучили, базовые, да, но их все равно нужно учить, и мы решили сделать молодую штуку. То есть мы решили выбросить лишнее. Да? Мы решили оставить только самые сложные вещи, которые тяжелее всего достичь. Да? То есть что тяжелее всего сделать? Тяжелее всего изучить язык программирования, уметь им пользоваться. Да? То есть если человек не умеет программировать, мы можем его научить. У нас есть ресурсы, у нас есть преподаватели, но это не выгодно. Да? Мне нет смысла человеку полгода учить программирование с нуля, чтобы потратить на него там несколько тысяч долларов на обучение и ожидать, что, возможно, через 2-3 года, работая у нас на проектах, он, может быть, эти деньги отобьет. Это нерентабельно, да? Нерентабельно людей учить английскому. Это нужно знать больше, чем учить человек программирование. То есть, если человек никогда не владел иностранным языком или английским, мы не сможем ему предложить работу, даже если он классный программист. Вот. К сожалению. Да? Объяснить человеку, как работает интернет, тоже как бы не хочется, да, это достаточно долго, то есть должен быть какой-то программ, нужно понимать, а что происходит, когда вы в браузере Google Chrome выбираете. И теория тестирования, да, то есть нужно знать, как вообще тестируют софт, для чего тестируют софт, какие есть там итоги, как тест-кейс придумать. Да. Вот если эти вещи человек знает, то мы готовы с ним работать, и мы готовы его учить дальше. Потому что изучать этот софт может занять несколько лет. Да? Если человек готов учиться 40 часов в неделю, и он учится, он нигде не работает, у него есть хорошая сумма денег, и он занимается всю жизнь самообучением, то есть за год-два он может это изучить. Да? Это реальная цифра. За пару месяцев, если вам скажут, что кто-то готов вас научить с нуля всему, а за пару месяцев вы не верите. Пригласите меня, я хочу посмотреть, как это сделать. Да? То есть, и что мы решили? Мы возьмем людей, которые максимально приближены тому, что нам нужно, и дадим им то, чего нам как бы от них потом хочется получить. Да? То есть мы их научим тем вещам, которые они потом будут использовать в работе. Вот. И нас интересует этот слой, да? То есть люди без опыта, которых мы научим у себя, они потом попадут в иерархию компании, да, и будут прокачиваться, то есть станут потом опытными автоматизаторами. Вот. И как мы это делаем? В EPAM есть учебный центр внутренний, он называется RD-центр. И EPAM проводит тренинги для различных направлений. Java, .NET, Frontend, тестирование, автоматизация, мобильная разработка. Да? То есть, ну, много чего есть у нас. Вот. И как мы работаем? То есть мы берем с рынка людей, которые максимально подходят на наши требования, делаем для них тренинги. Тренинги у нас бесплатные. Да? То есть мы
не ставим задачу получить деньги с слушателей, да, то есть мы ставим задачу для себя же этих людей подготовиться. То есть это мы заинтересованы в сотрудниках, да, то есть нет смысла с них денег брать за обучение. Вот. И когда они эти деньги проходят, самых лучших студентов, я потом расскажу, сколько процент прохождения, так далее, то есть будут цифры еще, да, мы приглашаем их учиться дальше. Да, то есть внешний тренинг — это просто объяснить людям то, что их ждет вообще в дальнейшем. Да. А в лаборатории уже начинается самое интересное. Вот здесь люди на фулл-тайм приходят как бы, к нам как на работу. Лаборатория находится в соседнем здании, здесь, и в этом здании тоже у нас есть помещение. Люди приходят как на работу и работают на своем самообучении. Да. То есть у нас есть преподаватели, которые с ними проводят занятия, приезжают люди с проектов, рассказывают, как пользоваться тем или иным инструментом, дают задания, делают какое-то ревью. То есть каждый день человек приходит сюда, приезжает. И 8 часов в день минимум его учат. То есть мы его учим, мы инвестируем в него. Это длится порядка 3-4 месяцев. И после этого человек готов пойти на джуниор-автоматизатор, начинать свою первую работу. Да? Звучит как бы, ну, печально, да? То есть у меня получается, нужно учиться программированию, английский изучить, там все эти протоколы, ну окей, там полгода-год. Потом, может быть, ИПАН меня возьмет на тренинг, потом еще пару месяцев на тренинг, и потом лаборатория еще, и потом только я буду работать. Ну, к сожалению, быстрее, ну, редко получается. Вот. И это хороший оптимальный вариант, потому что я видел людей, которые приходят из университетов, у них уже есть база, да, с ними уже можно работать. Если им это интересно, мы готовы их учить. Вот. Как правило, там за полгода они выходят на проекты. Есть люди, которые приходят тоже закончивым. Есть тоже законченный университет? Есть, окей. Да? То есть взрослые люди, которые уже как бы, ну, где-то поработали, скорее всего. Да? То есть в основном мы берем студентов, но мы готовы взять взрослых людей. Они знают, что такое работа, они примерно понимают, да, там, каково это работать в коллективе, и с ними тоже можно работать. Да? Вот. И, значит, джуниоров непосредственно готовят вот эту вот лабораторию, а дальше они просто ходят на производство. Дальше они начинают уже что-то делать, приносить какую-то пользу. Ну, производство их тоже учат, но я не буду уже рассказывать про это, там слишком много обучений. Да? Вот. И как проходит набор на тренинг? Значит, ну, вы можете, я не буду здесь никаких ни ссылок, ни рекламы, тут даже слово ИПАМ нет, да? Вы сами найдете, если вам будет интересно. Да, загуглите, ну, тренинг ИПАМ, Минск, все есть сети. Я расскажу просто, что происходит дальше, когда вы регистрируетесь на тренинг. Значит, на тренинг... Задача тренинга – это подобрать самых лучших кандидатов, чтобы их потом ИПАН себе трудоустроил и получал с них прибыль, да? Ну, бизнес. Наша задача не научить людей, наша задача – научить себе сотрудников. Поэтому как бы, наш тренинг требует какого-то входного отбора, и мы проводим людей через собеседование, мы их тестируем и берем к себе самых лучших. То есть тренинги, которые мы запускаем по автоматизации, они предполагают 30 свободных мест. Обычно на такой тренинг регистрируется там, от 500 до 800 человек. Да? То есть их нужно как бы проверить и выбрать самых классных. Что происходит, когда человек регистрируется на тренинг? С ним всегда созваниваются. Мы всегда звоним. Рекрутер по телефону проводит общее интервью, то есть примерно понять, что за человек и чего он ожидает. Может, наш учитель зарегистрировался на тренинг. Да? Проверяет английский тоже по телефону. Вот. Соответственно, нужно быть готовым. Пару фраз на английском сказать просто, когда вы звоните. Дальше, если все окей, как бы человек приглашается на общее интервью. То есть он приезжает к нам в ИПАН, мы его садим в митинг-руме, даем ему задание, беседуем с ним, выясняем его мотивацию. Вот. Проверяем у него английский более тщательно. Да? То есть если мы возьмем человека с низким английским, мы можем в него инвестировать очень много денег, очень много времени. А когда он научится всему и скажет, окей, ребят, я готов работать, мы скажем, sorry, английский слабый. Да? То есть человек потерял время, мы потеряли время и деньги, никто не остался доволен. Поэтому мы тщательно проверяем английский. Если уровень ниже А2, ну, к сожалению, мы не сможем человека взять. Потому что мы не сможем его потом трудоустроить. Если все окей с английским, как бы с общей мотивацией, с общей адекватностью, дальше человек получает тестовое задание на 3-4 дня, пописать код и... приходят на интервью, на техническое собеседование ко мне, и мы беседуем на технические вопросы. Да. То есть я спрашиваю там, Java, сети, протоколы, базы данных и так далее. То есть, ну так, в целом, чтобы понять просто, насколько человек технически готов.
Если все окей, он попадает на тренинг. Да, то есть он попадает вот сюда. Внешний тренинг на базе вузов проходит. Что происходит после внешнего тренинга? Ну, он начинает уже у нас как-то прорастать, да, то есть мы за ним уже ухаживаем. А немножко цифр, да. Я пособирал информацию за 16-й год, за 15-й, за 14-й. Вот что я нашел интересно, да. Около 80% людей, которые регистрируются на тренинг, они не проходят телефон. Да, то есть 10 зарегистрировалось, 2 прошли. Нужно, естественно, что нужно, если вы собираетесь идти на тренинг по автоматизации, нужно подготовиться хорошенько. И нужно подготовиться к телефонному интервью, нужно быть готовым по-английски поговорить, рассказать вам какие-то вещи на иностранном языке. И, значит, когда люди обзваниваются дальше с тех, кто остался, да, кто не попал под эти 80% в красные, они попадают на интервью. То есть на интервью тоже, ну, я не буду вам рассказывать, как проходить интервью, есть куча докладов, там, конференций. Моя задача — ответить про автоматизацию, да, и как это работает у нас. Вот. И дальше они работают на тренинге. После тренинга, когда тренинг закончился, их нужно как-то отобрать в лабораторию. Да? Как это сделать? 30 человек пришли на тренинг, 2 месяца они там работали. Мне из них нужно выбрать самых классных, чтобы взять в лабораторию. Вы спросите, сколько вы берете в лабораторию? Мы берем всех, кто готов. Да? Если будет 30 кандидатов, и из них 30 будет классных, мы возьмем 30. Если будет тренинг, у меня были такие тренинги, когда приходит 15 человек, и нет никого классного, мы никого не возьмем. То есть мы берем тех, кто готов. Если вы готовы, вы попадете. Независимо от того, сколько там у вас конкурентов в группе. То есть, ну, EPAM — это большая компания, у нас в Минске там больше 50 тысяч человек. Мы можем себе позволить там и 15-20 человек взять. Да? То есть у нас обороты большие. У нас нет такого, что мы ищем одного или двух там кандидатов, и до этого запустили на 30 человек тренинг. Всех остальных мы отсеем, мы возьмем двух самых толковых. Мы возьмем всех толковых. Вот. И что происходит, когда заканчивается лаборатория, вернее, когда заканчивается внешний тренинг? Человек 2 месяца работал на тренинге с нашим преподавателем, то есть преподаватель оставляет фидбэк, поэтому человек, он писал работы, за эти работы есть оценки, то есть есть цифры какие-то. 2 месяца человек работал, и мы видим его прогресс. Плюс после внешнего тренинга, как правило, организовывается интервью с людьми с продакшн. То есть это senior плюс automation engineer, которые человека спрашивают по тем материалам, которые были изучены в тренинге. И те, кто получает хороший фидбэк, те попадают в лабораторию. Вот. И вот тут цифры интересны. Да? То есть после тренинга внешнего, все данные здесь за 16-й год, как бы я не буду там использовать устаревшие цифры, да? После внешнего тренинга 85% попадает в лабораторию. То есть, как правило, осеиваются те, кто там подзабил, у кого были там другие приоритеты, у кого-то какие-то еще были ситуации, которые мешали человеку работать на тренинге. Да? 80% они попадают дальше внутрь лаборатории. В лаборатории они учатся там 3-4 месяца, в зависимости от успеваемости, и потом они выходят на проект. Да? То есть сколько человек выходит на проект? 91%. Вот. То есть и я сегодня с утра как раз поднимал информацию. Больше чем 9 из 10 люди, которые попали в лабораторию, они из нее выходят на проект. То есть это рассматривается это как количество трудоустроенных людей, которые проходили обучение в лаборатории автоматизации в EPAM. Это очень большой процент, очень большой. Да? То есть я не говорю, что мы вас научим, я говорю, что если вы будете работать, учиться, да, мы вас устроим, мы дадим вам работу. Вот. И здесь как бы не было цифры, сколько процентов людей проходит на внешний тренинг. Да? Это небольшой процент. Вот, порядка 6%. Да, то есть из 100 человек, которые зарегистрировались, там, порядка 6 из них пройдет внутрь. Да. Ну, если они пройдут, то мы сделаем. И какие здесь возникают проблемы? Надо, чтобы кто-то их научил. Да? Нужно, чтобы кто-то людей подготовил вот к этой вот ситуации. Да? То есть просто так человек с нуля сюда не научится. Да? За редким исключением людей, которые, которых знакомые работают в EPAM, допустим, автоматизаторами или в других компаниях, которые знают, что используется на проектах, которые будут их как-то менторить. У меня есть знакомая, когда вот человек вдруг работает у нас, и он его обучает. Да? Но это редкий случай, не все такие друзья есть. Да? Поэтому мы сотрудничаем с разными учебными центрами, и лучших выпускников тренингов учебных центров мы готовы рассматривать вот сюда, да, в лабораторию, или вот сюда, ну, в зависимости от технического уровня. Вот. То есть научиться этому самому — это сложно.
Да? То есть нужно иметь программу тренинга, нужно иметь эксперта, который будет отвечать на ваши вопросы. Но это можно сделать. Ну, вот, поэтому с кем мы сотрудничаем? Мы сотрудничаем, наши партнеры, вот это IT-академия, да, образовательный центр КВТ. Сейчас у них запускается, или уже запустилась, не знаю, программа по обучению автоматизации тестирования, причем которая была, как бы, она обсуждалась со мной, да, как человек, который будет потом этих людей собеседовать и нанимать. И мы как-то внесли какие-то корректировки, чтобы максимально готовить таких людей, которые нам нужны. Точно так же есть тренинг Игоря Блинова по Java. То есть это люди, которые, мнением которых мы доверяем. Да? Ну и другие, это самые крупные по нашей клиенты. Вот. И после тренинга в лаборатории процент попадания очень большой. Да? То есть выход тоже очень большой. Вот. Ну, тут, к сожалению, время у нас уже заканчивается. Я думаю, что стоит перейти к вопросам. Давайте я просто подытожу то, о чем говорил. Да? То есть первый тезис. Автоматизация сейчас в тренде и растет. Она будет расти, я уверен. Технологии очень быстро устаревают. Если вы уходите в армию на год-полтора, да, и возвращаетесь, вы уже не являетесь JavaScript-разработчиком. Все. За эти полтора года уже вышло столько инструментов, что как бы, ну, вы потерялись. Вот. Самостоятельно прокачаться до уровня джуниор, ну, почти нереально. Это очень сложно. Вот. То есть без каких-то тренингов, без учебных центров, без вот таких вот лаборатории, ну, очень трудно. Да? То есть я говорю про ИПАМ, я ни в коем случае не отвечаю за все остальное минское, белорусское и общемировое IT. Да? То есть я говорю то, о чем хорошо знаю. Это наши кухни, наши проекты, где я работал, где я работаю сейчас. Это очень сложно прокачаться до джуниор. И тренинги сторонних организаций, да? Наши тренинги, они очень помогают для того, чтобы попасть в лабораторию. В обход лаборатории, ну, практически нереально попасть сразу в проект, потому что технологии очень быстро развиваются. Да? То есть вы научились каким-то вещам в январе, а в августе уже там немножко другой работа. Да? То есть это современная IT-сфера. Вот. И еще момент, что мы набираем постоянно, если вы зайдете на наш тренинг май, где у нас обычно будут вот эти тренинги по автоматизации, вы увидите, что в любой момент там есть тренинг. То есть как это работает? Мы набрали группу, закрываем тренинг, через полчаса мы открываем новый, да, следующий. То есть нам нужны люди всегда, нужно много людей. То есть мы готовы заниматься. Вот. И если вы готовы учиться, то мы можем встретиться, да, и поработать вместе. Вот, спасибо за ваше внимание, что вы дождались последнего спикера, да, это же вечер. Вот, ребят, может, вопросы какие-то есть? Я готов ответить. А Виталий, Петит, из всего, что вы сказали, понял, что без английского и программирования автоматизированное тестирование лучше не идти, даже если знаком с обычным тестированием. Если говорить про ИПАМ, да, на самом деле смысла нет. Давайте вернемся вот к этим, к списку требований. Вот здесь, да? То есть для того, чтобы учить юнит-тестирование, ну, давайте лучше вернусь, понимаете, все прислать, да? То есть, чтобы изучить веб-драйвер, вам нужно уметь писать на Java, именно на C-Sharp. Чтобы изучить юнит-тестирование, вы должны знать или Java, или Java. В построении фреймворков оно требует дизайн паттерна плюс Java C-Sharp. Репортинг требует Java C-Sharp. Practical experience требует все вот это перечисленное. То есть невозможно пойти дальше, если вы не прошли этот level. То есть знания и навыки программирования — это как бы, ну, как entry level, да? То есть это база, с которой вы начинаете, как бы, ну, то есть пока вы не умеете ходить, вы не можете играть с другими песочницами. Да? То есть вам нужно научиться вот использовать язык программирования как инструмент, и тогда для вас открывается следующий уровень. Да? То есть это как такая пошаговая стратегия. То есть здесь есть попытки изучить дизайн паттерны без четкого понимания, как работает, как бы, язык, да? Но они не учатся успехом. Вот, то есть, возвращаясь к вопросу, да? Язык программирования обязательно, без этого вообще никак не получится. Знание тестирования полезно, да? Если есть еще опыт, это очень круто, это здорово. Вот. И английский обязательно, да? То есть обязательно минимум А2. В Минске есть много различных тренингов, курсов языковых школ по английскому, вы можете их найти там, банально загуглив, да? Нужен уровень А2. Я думаю, что в каждой школе, скорее всего, смогут вам этот уровень измерить, ну, за небольшую сумму, может быть, даже бесплатно, я не знаю. У меня английский другого уровня, я не пользовался курсами в Минске, то есть я не знаю, как они работают. Ну, многие хвалили определенных поставщиков. Вот. То есть это обязательно, потому что
Это те вещи, которые вы будете делать каждый день и которые открывают для вас, как бы, собственно, возможность вам ответить. Что сказать? Java и C-Sharp? Или. Это разные языки, они похожи, то есть на стартовом уровне. То есть выбирайте тот, который вам по душе. Да? То есть я писал, работал на Java и на Sharp, то есть я не могу сказать, что какой-то из них очень клевый, а какой-то не очень клевый. Да, они оба хороши. Вот, то есть практика показывает, что большинство людей, большинство студентов, они берут Java. Вы можете взять C-Sharp, чтобы просто получить меньше конкуренции. Ну, сейчас, да. То есть сейчас Sharp меньше, поэтому я бы советовал Java. Да. Вы разбавите немножко эту вот, Java-компанию. Вот, еще был вопрос. Да, а скажите, вы там лаборатория сама, какие там проекты? Что-то у них занимаются? Вот это вопрос очень интересный. Я не уверен, что я даже успею, наверное, так быстро. Ну, окей, я давайте вкратце расскажу. Значит, лаборатория — это физическое помещение, то есть есть несколько комнат, где стоят компьютеры. То есть, ну, то же самое, как люди работают в IT-компаниях, точно так же там этажом ниже находится лаборатория. Чем люди занимаются? У них есть две составляющие. То есть первое — это живой тренинг. Вы приходите какой-то эксперт с производства и рассказывает, допустим, про синхронизацию драйвера, да? Или там про юнит десинхронизации. Второе — это когда эксперт уходит, он оставляет домашнее задание. Он говорит: ребята, значит, вот у вас завтра, на завтра вам нужно сделать вот это. Вот ссылки, вот материалы, вперед. Завтра он приходит и делает вот ревью, дает рекомендации, люди прокачиваются дальше. То есть большинство проектов, которые в лаборатории происходят, это даже сложно их назвать проектами, это какие-то учебные задачи. Да? То есть нет смысла человеку давать какой-то там реальный или даже полуреальный проект на Java, чтобы научить его Java. Это сложно. То есть мы пишем блокнотики, мы пишем там авиакомпанию, модели какие-то создаем. Да? То есть какие-то задачи, ну, которые не имеют реальной составляющей. Да? То есть это не настоящий проект. Может, там что-то внутреннее, там, столовку автоматизировать? Были попытки, честно говоря. Мы иногда делаем, когда люди уже проходят весь курс обучения, и, скажем так, они еще не ушли на проекты настоящие, но они уже научились. Вот этот маленький промежуток времени, как правило, мы выбираем какую-то внутреннюю систему нашу, допустим, там, портал по планированию отпусков, да, какие-то вещи. Но практика показывает, что если эта штука очень простая, то мы, как бы, людей, ну, не сильно научим. То есть имеет смысл дать какой-то сложный хардкорный кейс. Вот. И мы стараемся наши задачи адаптировать максимально так, чтобы как можно быстрее людей научиться. Да? То есть мы не ставим задачей получить какую-то прибыль, да, или там, помочь нашим проектам. Ну, у нас другой бюджет вообще от этого. Не, ну понятно, просто на спичках тренируются. Ну там такие спички, что эти спички некоторые, они сложнее, чем реальный проект. Я просто когда-то там сам в Сиэтах ходил, на Java, там мы внутренние системы. Ну, иногда, да. У нас многие внутренние системы для автоматизации достаточно простые. Скажем так, есть системы, общедоступные в интернете, которые сложнее, чем наши внутренние, с точки зрения фронтенда, да, допустим, какой-нибудь динамический JavaScript используется и так далее. Ну, это меняется достаточно часто, и обычно вот наборов в лаборатории 3 в год, и каждый раз у нас новые задания. То есть иногда мы внутренние тестировали, иногда мы тестируем новые вещи какие-то. То есть я постоянно синхронизируюсь с производством и спрашиваю: ребята, как там дела? То есть что там в тренде, давайте какую-нибудь интересную задачу решим. Вот, то есть, ну, моя задача — научить людей. Да? То есть какими средствами, то есть на реких приложениях, это уже вторично. То есть мы готовы взять какие-то внутренние вещи, но это не является целью. Да? То есть это просто средство. Вот. Еще вопросы? А нужно знать, что Java К вопросу языка. Значит, C++ точно нет, он не понадобится. Он не используется практически в автоматизации. Ну, я говорю про автоматизацию, как мы это делали в Ебане. Значит, есть немножко Python, есть немножко Ruby, люди над этим работают, но это там, 5-10% от того, что нам нужно в целом. То есть какая ситуация по языкам программирования есть сейчас в данной группе, которую мы сейчас учим? 40% Java, 40% C-Sharp, 20% JavaScript. Это то, что у нас сейчас есть. Если бы мы с вами встретились полгода назад, я бы сказал 50% Java, 50% C-Sharp. Если бы мы с вами встретились полтора года назад, я бы сказал 30% C-Sharp, 70% Java. Да? То есть эта ситуация меняется постоянно, но игроки такие, как Java, C-Sharp, они всегда присутствуют.
Ну вот сейчас появился JavaScript, да, то есть он сейчас начал доминировать, и мы готовимся к этому, то есть мы готовы за JavaScript все это все. Какие-то еще вопросы? Ну, формально нет, в принципе, это незаконно, если, да, то есть незаконно говорить, что там, ну, вообще, как бы, тренинг — это не работа, да, то есть формально мы можем, скажем так, отказать кандидату, скажем так, есть много причин для этого, да, то есть идея в том, что, да, если вернемся к этим законам, вот здесь, да, то есть очень много людей отсеивается по возрасту, мы, в принципе, не отсеиваем. То есть у меня есть люди, которые старше 40 на курсе, есть люди, которые там 20-21, да, студенты университетов. То есть идея не в том, что он еще и пулеет, да, идея в том, что он умеет. Если придет человек, который будет достаточно взрослый, но с хорошим опытом, и который будет конкурентоспособен, да, среди остальной группы, то я его возьму. То есть мне не так важно, сколько ему лет, мне важно, что он умеет делать. Если я вижу, что человек готов научить, и он быстро научится, и как бы перформанс у него хороший, какая разница, сколько ему лет, там, какого вероисповедания и так далее. Да? То есть это бизнес, как бы я беру людей, которых мне выгодно потом быстро обучить, дешевле обучить и отдать на проект. То есть, в принципе, никакой разницы нет. Но опять же, там, если бы там моя бабушка захотела зарегистрироваться, я бы, наверное, ее уговорил, да. То есть какого-то возрастного ценза нет, но я бы сказал, что когда происходит общая беседа, да, на тренинг, мы всегда стараемся, мы всегда думаем о том, насколько этот человек взлетит, да, насколько он сможет выполнить успешно внешний тренинг, успешно обучиться в лаборатории и успешно принести пользу ИПАМу на наших ИПАМских проектах. Вот. Если мы видим, что человек, в принципе, маловероятно, да, то есть шансов у него немного, то мы его не возьмем на тренинг. Да? То есть и, скажем так, зависит от того, сколько человек, какого качества регистрируется. То есть бывает, мы набор делаем, когда у студентов каникулы, зашло больше взрослых людей. Набор произошел, когда у студентов там только сессия закончилась, зашло больше студентов. То есть здесь чистый конкурс. Да? Приходят, допустим, 60 человек ко мне на техническое интервью, я выберу из них 30 лучших. Вот. Если группа сильная, то даже сильные люди могут не попасть на, них, да, на текущую трассу. Но по возрасту мы не отсеиваем, да, то есть у нас нет каких-то там жестких планов, что вы слишком там молодой, и вы не подходите, вы слишком взрослый. Вот. Но мы стараемся не работать со студентами первого-второго курса, потому что, как правило, с ними очень сложно работать из-за того, что им нужно ходить в университет. Если мы их начнем как бы вырывать из университетов, ну, ИПАМ в больших масштабах работает, да, то есть нам потом придут с университета и скажут, ну, так делать, да, больше студентов отбирать не тогда. Вот. Но это уже внутренняя кухня, как бы я не думаю, что такая информация вам может сильно пригодиться. Но, опять же, ответ на вопрос, что нет, у нас нет. Какие-то еще вопросы? Да. Скажите, а реально стать сертификатором не работает тестировщик, кто знает наверное, да. То есть попасть на старт, да, на уровень джуниор, не имея практического опыта тестирования, да, то есть, ну, мы даем его в наших учебных центрах. Если у тебя идея, допустим, у тебя вопрос, смогу ли я дома прокачаться на такой уровень, чтобы стараться дойти сразу на джуниор, скорее всего, нет. Но тестирование можно изучить, и, в принципе, как бы практический опыт, ну, в любом случае, проекты будут разные домены, какая-то сфера, да. То есть хорошо, когда он есть, но если его нет, то если человек действительно хорош, как бы вот в остальных вопросах, да, вот в этих там вопросах или ну, вот в этих вопросах. То есть я не зря расположил теорию тестирования на последнем месте. Да? То есть здесь чистые приоритеты просто как оно идет с точки зрения веса. Да? То есть первый приоритет — это язык программирования, второй — английский, дальше там понимание сетей протоколов и теории тестирования. То есть теория сегодня не высокий приоритет имеет, она важна, как бы, но не так, как это программирует. Поэтому можно. Как оценить возможность попадания в лабораторию без тренинга? Ну, если сейчас, к примеру, если ты живешь в Якутске, мне просто здесь будет, к примеру, посещать тренинг. В каком городе? В Брестской области. Ну, в
человек должен быть очень крепким, очень, ну, скажем так, он должен быть по уровню не слабее, чем те, кто попадает к нам с внешнего тренинга. То есть такие люди есть, они есть постоянно. Я постоянно, поштучно людей беру мимо тренинга. Да? То есть, опять же, если вот посмотрим вот здесь, да, то есть у нас есть как бы партнеры, с которыми мы общаемся, и по их рекомендациям самых топовых студентов мы иногда берем сразу в лабораторию вот сюда, да, без внешнего. То есть это можно сделать. Можно это, в принципе, и самостоятельно изучить, но это будет очень сложно. Реально, очень сложно. Ну, технически, мне кажется, самый простой способ – это подать все-таки заявку на тренинг, но при звонке от рекрутера объяснить ситуацию, что я просто не хочу на тренинг, но я бы хотел пробовать лабораторию, то есть они тогда посоветуют какой-то вариант решения. То есть можно так сделать. Мне кажется, это самое самое. Сори, ребят, время заканчивается. Если есть какие-то вопросы ко мне, я вам тут еще недалеко буду ходить, бродить, вы подходите, спрашивать. Вот я тогда с удовольствием на них отвечу. Спасибо.